Мы с вами живем во времена, когда наступила великая жатва людей. Эволюционный отбор, запланированный Вселенной. И этот отбор осуществляется с помощью очень простого, но действенного инструмента – страха. А страх, в свою очередь, определяет, на каком уровне развития находится человек. Сейчас настало время выбора для каждого из вас. Планета стремительно преображается, на нее активно поступают энергии новой реальности. Поэтому сейчас сбрасываются все маски. Паразитарные силы уже не скрывают свои главные цели, но именно такие действия позволяют человеку проснуться и осознать, что никто не собирается его спасать, кроме него самого. Страх как мембрана, которая отделяет человека от осознания своей свободы и силы. В основе всех страхов человека лежит страх смерти.